Sunday Scoops Pictures представляет пророки. Серия рассказов о пророках. Илия, фильм первый. А кто такие пророки? Пророки – это святые люди. Они с помощью Святого Духа прорекали или предсказывали будущее. Все пророки жили до нашей эры и предсказывали рождение Спасителя людей, Господа нашего Иисуса Христа. Они учили людей истинной вере и добру. Еще они могли по повелению Бога творить чудеса, и чтобы обратить людей к Богу от идолов и призвать их к покаянию. Саш, расскажи, пожалуйста, о чудесах, которые творили святые пророки. Пророк Илия жил в Израильском царстве при царе Ахаве. Царь этот делал неугодное пред очами Господа более всех, бывших прежде него царей. Он поставил жертвенник Ваалу и сделал идольскую дубраву, и более всех царей Израильских делал то, что раздражает Господа Бога. И сказал Илия Фесвитянин Ахаву: «Жив Господь Бог Израилев, пред которым я стою, все годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». А Илие Бог повелел уйти на восток и спрятаться у потока Харафа. Из этого потока Илия пил, а воронам Бог поручил кормить его хлебом и мясом поутру и хлебом и мясом вечером. А когда этот поток высох, Бог сказал, чтобы Илия пошел в Сарепту Сидонскую. Там Господь повелел женщине-вдове кормить его. «Дайте мне немного воды в сосуде напиться, и возьмите для меня и кусочек хлеба в руки свои». «Жив Господь Бог твой, у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. Вот я наберу полена два дров и пойду приготовлю это для себя и для сына моего. Съедим это и умрем». «Не бойся, пойди сделай, что ты сказала, но прежде из того сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь после, ибо так говорит Господь Бог Израилев: мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». После долгих трех лет засухи было слово Господне к Илии: «Пойди и покажись Ахаву, и я дам дождь на землю». Тогда был очень сильный голод в Самарии. «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте. Я один остался пророк Господень, а пророк Вааловых 450 человек. Пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они призывают своего Бога, а я призову имя Господа Бога своего. Тот Бог, который даст ответ, загорится без огня». И скакали и кричали служители Ваала, но не загоралась их жертва. Тогда Илия приказал всем людям подойти к нему. Тогда он восстановил разрушенный жертвенник Господень. И взял Илия 12 камней по числу колен сынов Иакова и построил из этих камней жертвенник во имя Господа. И сделал вокруг жертвенника глубокий ров, и положил дрова, и рассек тельца, и возложил его на дрова, и сказал: «Поливайте жертву и дрова водой». И вода полилась вокруг жертвенника, и ров наполнился водою. «Господи Боже, да познают все день, что ты один Бог в Израиле, и что я раб твой, и сделается все по слову твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня, да познают народ все, что ты, Господи, Бог, и ты обратишься в сердце их к тебе». И не спал огонь Господень, и пожрал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лице свое
и сказал: «Господь есть Бог, Господь есть Бог». Тогда Ахав и его жена и Иезавель очень сильно рассердились и стали преследовать Илью и хотели убить его. Тогда Илья убежал от них в Вирсавию, которая в Иудее, ушел в пустыню и сел под кустом можжевельника и стал просить у Бога себе смерти. «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобою». Поев, он шел 40 дней и 40 ночей до горы Божией Харива и спросил: «Господь, что ты здесь, Илья?» «Возревновал я, Господи, Боги Саваофи, ибо сыны Израилев оставили завет твой, разрушив твой жертвенник, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». «Выйди и встань на горе пред лицем Господним. И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра». И был к нему голос, и сказал ему: «Что ты здесь, Илья?» «Возревновал я, Господи, Боги Саваофи, ибо сын Израилев оставили завет твой, разрушил твой жертвенник». И сказал ему Господь: «Пойди обратно своей дорогу через пустыню в Дамаск, и оставил между израильтянами 7000 мужей. Они никогда не кланялись Ваалу и не целовали его. Одного из них зовут Елисей, он был сыном Сафата, и он пахал на валах, когда встретили его Илья, и бросил на него свою милость. Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобою». «Пойди и приходи назад». И стал Елисей служить Илье, и везде сопровождал его. Когда Илья шел с Елисеем из Галгала, Господь восхотел вознести Илью в вихре на небо. «Елисей, останься здесь, ибо Господь посылает меня в Иерихон». «Жив Господь, и жива душа твоя, не оставлю тебя». «Знаешь ли ты, что сегодня Господь берет господина твоего и вознесет на главою твоею?» «Я также знаю, молчите». «Останься здесь, ибо Господь посылает меня к Иордану». «Жив Господь, и жива душа твоя, не оставлю тебя». Когда они шли дорогу, разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илья вихрь на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: «Отец мой, колесница Израиля и конница его!» И взял милость Ильи, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана, и ударил ею по воде, и сказал: «Где Господь Бог Ильи, он самый?» И расступилась вода туда и сюда, перешел Елисей, и опочил дух Ильи на Елисея.